Так, распаковка. Это у нас лазерный уровень, по идее. Стоит лазерный уровень $19. Брал я его для ванны. Думал ремонт делать в ванной. Как говорила моя бабушка, дурной думкой богатее. Вот такая вот игрушка для мужиков. Так, это у нас крепление здесь для чего-то. Две ножки, которые крутятся. Он сам тоже крутится. Интересно, как оно сделано, платформа. Она, похоже, даже смазана немножко. Какая-то смазка есть. Там шурупы. Здесь накручивать на штатив, видимо. Меня больше всего интересует, как вот это сделано. А как это разобрать? Вот этот у него номер. Хотя на сайте по-другому он написан немножко было. Аку Энгл 8826D. Ну, тут еще он off есть. On, off. Что дает это? Включение-выключение. Ну, сейчас попроверим. Так. Заработал? Нет. А так. Так вот. Ну что, работает. У меня тут стол, полы неровные, поэтому работает. Видно, что там маятничек в нем есть. Вот такой вот. Ну, подробный обзор, правильно, неправильно, это я уже не смогу вам сейчас показывать, потому что у меня ровных стен нет, на которых можно было бы проверить. А так, одно вижу, что до потолка достает и чуть-чуть выше потолка. Так, хватит пищать. Да, до потолка достает и чуть-чуть выше потолка. Ну, такой вот маленький обзорчик. Может быть, кому пригодился, кто я выложу на Алиэкспресс, прежде чем кто-то будет покупать, чтобы видно было, как пакует продавец, в каком состоянии приходит товар. И вот, вкл и выкл. Вот так вот, товарищи.